Один, подтягивание с исходного положения лежа. Да. Сгибаем локтевые суставы, поднимаем свой вес за счет силы, делаем выдох. Делаем два подхода по 12 выполнений. Задание 1. Висишь 5-6 секунд и медленно-медленно опускаешься вниз. Затем соскок. Опять становишься на тумбочку. Опять занимаешь исходное положение уже выполненного подтягивания. Висишь, делаешь фиксацию и медленно-медленно опускаешься вниз. Так 5 выполнений еще. Опустились вниз так, чтобы колени не касались мата. И за счет отталкивания носочком стопы и сгибания локтевых суставов мы выполняем подтягивания от 10 до 12 выполнений. Полностью опускаясь вниз, выполняя положение виса. Отталкиваемся, сгибаем локтевые суставы, опускаемся вниз, исходное положение виса, не касаясь коленями мата. Задание — это вис. Спокойно висим, ножки в коленном суставе не сгибаем. Вис выполняем в течение 1 минуты. После этого меняем хват и еще 1 минуту висим. Ноги вместе. Задание — это подтягиваемся, используем помощника. Внимание, начали. Обучаемый пытается подтянуться, помощник подталкивает, создает усилия, обеспечивая технику безопасности за счет захвата поясницы, и одна ладошка находится в области клеточки.